Друзья, доброе утро всем. Доброго, а не злого. С вами Жека. Как вы уже поняли, раз вы подписаны на мой канал. Только вот здесь льда. Такой уже конкретный, там даже пакет умерз. А вот это вот что-то тут в ящиках. Кстати, вот простыню ненужную. Вернее, тут все нужное в общаге. Если у вас будет желание, вы можете задонатить или отправить мне какую-то сумму на электронный кошелек. Вот такой вот туалет, красивый у нас в общежитии. На полу вода. Все слышат, да, как капает вода? А что им людям сказать? Они сами все видят, говорить нечего. Да, люди тут без комментариев, да. Тут и так все видно. Поэтому не жадничаем на лайки, комментарии, делаем репосты. Также не забываем подписываться. Мой канал еще раз, те, кто не знает, называется Жека. Друзья, доброе утро всем. Доброго, а не злого. С вами Жека. Как вы уже поняли, раз вы подписаны на мой канал, а кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Но также не забываем ставить лайки, палец вверх, комментарии, делать репосты, звать своих друзей на мой канал, потому что он новый. Я думаю, в дальнейшем будет много чего интересного посмотреть. Короче, к делу ближе. Замораживаем холодильник с мужиками. Они только въехали, вот, а есть уже приличное время, чуть больше недели. Вот я проснулся и помыл еще голову, даже, ну, умылся, правда. Вот, посмотрите. Вот так вот в комнате, такой вот срач. Еще заехали три новеньких. Вот. Всем видно, да? Вот такой вот у нас холодильник фирменный. Нам дали, он весь замерзший. Видно, наверное, да? Друзья, всем, думаю, видно. Только вот здесь льда. Такой уже конкретный, там даже пакет умерз. Вон. Да, этот кусок примерз. С корнями урос, вернее, холодильник. Вот столько еды не нужно. Вернее, два пакета насобирали. Я как-то не подумал это снять. Но думаю, все видели мусор в мусорных пакетах. Вот это вот третья часть, наверное, десятая даже часть. То, что мы вытащили из холодильника. На этом мы еще будем есть. Тут и курица такая вот вареная. И сосиски, и огурцы малосольные, соленые огурцы все, наверное, любят. И сало даже. Ребята в предыдущем видео, они привезли сало, картошки. Какие-то консервы, кстати, нашли. Сыр плавленый, сельдь. Короче, еды нам еще хватит надолго. То, что кто-то не съел с предыдущих вахт, народ уезжал и оставлял что-то после себя, какие-то продукты, которые мы, наверное, докончим, если они не испортились. Все протухшее, на взгляд, то, что протухло, мы это уже выкинули, то есть мы вынесли. А вот это вот что-то тут в ящиках, кстати, вот простыню ненужную. Вернее, тут все нужное в общаге, но это грязное нам дала вахтерша, которая сидит, как это называется, ресепшн или, короче, где пропускают, бюро пропусков. То есть она сказала, сначала с наш штраф хотела взять, хотя это не наша вина, вообще недавно здесь, ну где-то около недели. Поэтому я работал каждый день, мне некогда было заниматься этим. Другие тоже работали, все старенькие съехали. Вот это вот такая какая-то жидкость непонятная. Это жижа такая.
что-то непонятное, уже забродившее, испорченное. Тоже какой-то хлам сверху. Вон кастрюля чья-то. Вернее, мы в ней картошку варили, но это чья-то кастрюля. Тут у нас тоже хранятся кастрюльки. Вещи. Много вещей предыдущих хозяев, которые здесь жили, вернее, на вахте были и проживали. Вот моя койка. Всем видно, вон моя зарядка, зажигалка желтая. Куртка висит, вот так вот все. Тут такие вот вешалки. Вот сосед Гриша сверху, который есть в видосе, где мы сидим за столом. Пьем вискарь. Друзья, у меня руки трясутся, наверное, заметно. Не думайте, я не с бодуна проснулся, просто, блин, от такого ужаса у меня стали трястись руки, наверное, как и у вас тоже. Поэтому, кстати, стабилизатор я хочу покупать, но пока вот денег нету лишних, поскольку на вахте немного платят, еще раз повторюсь, поэтому... Если у вас будет желание, вы можете задонатить или отправить мне какую-то сумму на электронный кошелек. Кошельки, вернее, у них два, указано под видео, номера указаны, вернее. Также на донат тоже ссылочка есть, тоже под видео. Вы можете помочь мне как-то финансово что-то докупить, чтобы съемка была более качественная. Может быть, камеру поменять, хотя телефон у меня тоже не дешевый. Ну, конечно, не iPhone 11, Honor 20 Pro, но, в принципе, говорили, что он неплохо снимает. Короче, друзья, кому не жалко бабла, кидайте мне на электронные кошельки, можете сдонатить мне денег. Вот, все деньги пойдут не на казино, на которое бы вы потратили, а на канал. Друзья, я в туалете. Вот такой вот туалет. Красивый у нас в общежитии. Тут вода. Все капает. Все стены текут. На полу вода. Все слышат, да, как капает вода? Вот тут курит. Пачка сигарет. Такая вот вода. Не знаю, видно, нет воду. Друзья, вот такая вот душевая. Вот я уже разделся, повесил свою одежду. Лужи. Воняет, конечно, болото. Видите, тут говорят, что здесь бомжатник. Я тоже с этим согласен. Я здесь чуть больше недели, но я работал каждый день. Въехал, я снимал верхнюю полку от холодильника, вот эту, чтобы его как-то закрыть, потому что дверца вообще никак не закрывалась из-за этого куска льда. Так, представься на камеру, как? Вадим. Да. Вадим, а ты заехал когда? Вчера. И как тебе вообще здесь? Желал бы лучше бы. С какого ты города? С Курска. С Курска? Да. Можешь родным привет передать.
А что там будет, не смотри. Вот. Вот такой вот у нас народ, срачник, да, Вадим? Да. Поселили нас непонятно куда. Так вот. Что ты можешь сказать по поводу этого беспорядка? Ну, людям что-нибудь скажи. А что им людям сказать? Они сами все видят, говорить нечего. Да, люди тут без комментариев, да. Тут и так все видно. Вот это все, в таких условиях мы живем, такой вот барак. Вот. Но, думаю, вам все-таки интересно было посмотреть, поэтому ставим лайки, комментарии, подписываемся на мой канал. Также есть ВКонтакте, в Одноклассниках. А в ТикТоке тоже завел недавно аккаунт. И плюс в Инстаграме. Поэтому не... Извиняюсь, у меня насморк. Я заболел немного. Поэтому не жадничаем на лайки, комментарии. Делаем репосты. Также не забываем подписываться. Мой канал еще раз. Те, кто не знает, называется Жека.